Так, вот он наш Сатурн. 11 апреля 2021 год, 5:08 по Киеву, в Харькове. Снимаю при ИСУ 400. 1 537 000 000 километров до Сатурна. Приближается он. Ну или мы к нему. Красота. Штиль абсолютная, не ветерочка. Интересно, а что же за колебания на камеру передаются? Неужели это присутствие рядом с камерой? А ну сейчас попробую отойти подальше. Так, я отошел. Да нет, все равно колебания какие-то идут. Интересно, что же это такое? Откуда эта дрожь земли? Так, поехали к Юпитеру. Очень облачно как раз на востоке, но к счастью, вроде бы облака, если и движутся в нашу сторону, то медленнее, чем Юпитер с Сатурном поднимается над горизонтом, то есть вращение Земли опережает. Это движение облаков. Так, у нас сейчас 4 галилеевых, 3 галилеевых спутника будет справа от Юпитера и один слева. Ну, это, наверное, на автоматических настройках будет видно. При такой светочувствительности, как сейчас, я их даже в окуляр не вижу. Вот он наш. 830 миллиметров. А, нет, в окуляр вижу я. В общем, справа будет Ганимед, самый правый, ну совсем дохленько. Ганимед, потом Каллиста, потом Европа, и слева от Юпитера будет Ио. Ладно, подождем еще сейчас. Поднимается все выше над горизонтом Юпитер. Все дальше от плотных слоев атмосферы. И с каждым дублем будет видно получше. Так, это дубль первый. ИСУ 400, да, это я озвучил. 5:13 по Киеву в Харькове. Сейчас снимем на автоматических настройках, дабы сосчитать все спутники.